что такое, вот, вот, вот. Вот никак не получается. Следующего альбома. Расскажите о его создании и какие вещи туда войдут. Это были кавер-версии, как или это новые песни? Tell us about the making of the next album. What's it going to feature? Cover versions or new songs? The coming album. The next album comes out in 3 weeks' time. Следующий альбом выйдет через 3 недели. На самом деле в Москве, если знаете, куда пойти, уже можно достать. У меня с собой есть несколько экземпляров. Уже, да? Нет кавер-версий никаких. 13 оригинальных композиций. Песни. Которые произросли из этой пульсирующей комбинации музыкального таланта и воображения. Так что, может быть, у кого-то из пульсирующих, что-то хотите спросить? Я бы хотел... Бросаю вам вызов. Прошу. Бросаю вызов, задать вопрос. У меня вопрос одновременно и музыкант. I have a question to everyone. Я представляю, как сложно собрать полноценную группу. I imagine how hard it is to make a band to get together. Потому что с одной стороны музыканты норовят разбежаться в сольные проекты. Because on the one hand, all musicians have predilection for solo projects. Вот поэтому вопрос к Роберту: не боитесь ли вы, что они могут вас покинуть, как, например, это? So, Mr. Grant, are you afraid that they're going to leave you?
Как это, например, сделано? In fact, when I was a small boy, I sang. Когда был маленьким мальчиком, я пел. Babe, I'm gonna leave you. Детка, я брошу тебя. How you come? What can you expect? Everybody has to do what they have to do. If you get tired of something, you gotta move on. А что делать? Люди делают, что могут, если наскучит что-то, надоедает, они идут дальше. And the question of musicians are, aren't you afraid to get lost in the shadow of this pond? I am big, but not that big. I think in the 1960s and 1970s, there were many groups who spent a long time working together, developing now in England, it's rare that this happens. Сейчас в Англии редко так происходит. Technology and economics. Эти технологии, экономика, сказали свое слово. Everybody is quickly trying to make a hit record with one computer. Что каждый стремится записать себе хитовую пластинку на одном компьютере. What we're trying to do is to make a kind of alchemy between everybody's. Чтобы заработала какая-то химия в наших отношениях, чтобы вот все вместе что-то сделали. Чтобы сумма была больше частей по отдельности. Чтобы целое было больше, чем сумма частей. Можно добавить? Журналисты пишут. Записывают нас в тень Роберта Планта. И Led Zeppelin. Они обычно концентрируются на Роберте все время. И они глухи, потому что есть гитаристы, ударник, клавишник. Они просто не слышат, не видят это, хотят им перед глазами, перед самым носом. Вопрос еще следующий. На ваших концертах вы часто используете старую аппаратуру Vox AC30? You share with me in your life for your gigs, your vision use of old equipment. Контрабас, мандолину, Джастин Адамс. Вы стремитесь, чтобы звук был такой же, как приблизительно был в 60-е и 70-е годы? Или вы используете современные технологии при записи? Как вы записываете? Did you find that you this 60s sound? The skin was saying it's a mixture between everything his John Baggett is using. Это комбинация того, что вот всего этого Джон Бэггерт на компьютере, что делает. Sometimes I'm using Sahara lute. Иногда я играю на сахарской люте, которую уже 4000 лет ставят из-за этого. Все вместе, вам что звучало хорошо. You've got to just make the balance between
in a way forgetting history and at the same time benefiting from the riches. На балансе как бы с одной стороны заметить все, что было до вас, с другой стороны питаться всем, что есть, этим богатством. Можно мне сказать? Если бы у нас была такая история, then, for all of us in this room, то все бы мы в этой группе. Были бы очень таком грустном двухмерном состоянии. So, as this project develops, or, по мере того, как развивается этот проект, or devours itself, или поглощает себя, or flies to the sun, или возносится к солнцу, we will take in so many new ideas, and that is, мы столько идей все побрали на ухо. That is my salvation, because my history, и в этом мое спасение, поскольку моя история is very relevant. And also, it's a very beautiful and emotive gift that I carry. И это прекрасный дар, который у меня есть. And I must use it as currency to move into the future. Но я должен им пользоваться как разменной монетой для того, чтобы перейти в будущее. Аминь. So they are beautiful black ghosts.
такие прекрасные черные духи. Вопрос продолжения. Подождите, композиция. Скажите, пожалуйста, что вы считаете своими достижениями? Вообще вопрос к Роберту Планту. What's the question to everyone? What do you consider as your achievements? Но здесь очень важный момент. Что вы считаете своими достижениями вообще в жизни и в искусстве? И к чему вы стремитесь в искусстве коротко? What your achievements in life and in art and what you pursue? What your high goals? Помимо. From now on. In the future. Yeah, what goals are usually in the future? In life. What are your achievements and what are your goals? In life and in art? My achievement is to still be healthy. My decision is to be healthy. To be absurd. A little bit absurd. Немного абсурдист. To maintain a sense of humor. То есть у меня сохраняется чувство юмора. And to love a lot of people. И я люблю многих людей. Для души, for soul. Yeah. My future is with the angels. А будущее мое в руце ангельской. Простите, но это в искусстве, в музыке, именно конкретно в музыке. I mean in music, in art. Oh, music. Yeah. А музыка. Oh, I just think we're on this journey and we have to. Мы просто путешествуем. We just have to have some respect for it. Надо это дело уважать. And hope that we can keep it buoyant and enterprising. И надеяться, что все это останется на плаву, благодаря нам. Yeah, and always positive. Живо. And I thank the gods that I'm not in the Rolling Stones. И вознашу хвалу Господу, что я не в группе Rolling Stones. Because otherwise it's just like every day. Потому что иначе каждый день пришлось бы. А каждый из музыкантов что думает об этом? Какие цели ставят? I think maybe within the band we would also like to continue to write new music. Я думаю, что в составе группы мы хотели бы продолжать писать новую музыку. That surprises ourselves. Которая нас самим удивляет. Where we develop and transcend our own. То есть мы должны развиваться и переходить свои собственные границы. Да, выходить за рамки наших собственных музыкальных стилей. One more question. Еще один вопрос. Антон. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему вы выступаете только в России? Why not other Russian cities? Well, because we have this release in 3 weeks. У нас через 3 недели выходит альбом, пластинка. And we have to go to England. Надо поехать в Англию. Germany. Германия. America. Америку. France. And we must go very quickly to many places. И надо очень быстро объехать разные места. But the Russian agent. А наш русский агент. Says that we can go to 14 cities in Russia. Сказал, что можно отправиться в гастроли по 14 российским городам. Finishing in Vladivostok. Закончить в Владивостоке. And then go to Japan afterwards. А потом в Японию. Can I ask the man behind this guy, where did he get his CD? А где вы взяли компакт? Вопрос. I bought it three days ago in Nevsky for a quid. Exhibit A. Welcome to Russia. Официальный. Here comes the last question. И вообще ощущения от Питера от этой поездки. How much time are you going to spend in St. Petersburg and what are you going to do here and your impressions of St. Petersburg? Of what you've seen so far? We have received great hospitality. Нас очень гостеприимно принимают. And we don't understand really too much. Мы немного понимаем. So we will stay as long as there is a bed for us. Мы будем столько, сколько вот пока не попадем из гостиницы. Спасибо большое. Иди. Я пойду.
benefit.